В минувшие выходные в Уржуме прошел байк-фестиваль «Взлетная полоса», который традиционно проводится на старом аэродроме города и собирает порядка 3000 зрителей. На празднике побывала и наша съемочная группа. Легендарные «Харлеи», «Чопперы», «Спортбайки». Такого разнообразия мототехники можно увидеть только на подобных фестивалях. Если сравнить с первым годом, то на фестиваль приехало порядка 50 мотоциклистов. В этом году уже более 300. Причем на байк-фестиваль съезжаются не только мотоциклисты с Кировской области, но и из соседних регионов. С Москвы есть, Сишкарлы, клуб «Ангелы дороги» приехал. То есть они уже второй год к нам ездят, тоже как бы... Нравится им, добрая традиция тоже для них это. Например, Саня ежегодно со своими друзьями приезжает из Вятских Полян поучаствовать в фестивале. У себя в городе пропагандирует положительный пример байкера, то есть наличие водительского удостоверения, зарегистрированного мотоцикла и, самое важное, никогда не садиться за руль в нетрезвом виде. Как признался Саня нашей съемочной бригаде, уровень фестиваля растет год от года. Когда мы приехали год назад, мы были очень поражены и удивлены, что здесь все сделано очень красиво и хорошо на самом деле. Все было на уровне, да. Поэтому мы с удовольствием приехали сюда во второй раз. И сейчас даже они сделали лучше, чем в прошлом году. В фестивале также приняли участие и сотрудники областного управления ГИБДД. В конце июля был дан старт новой всероссийской кампании «Шлем всему голова». Во время фестиваля сотрудники ГИБДД совместно с представителями мотоклубов рассказали участникам и зрителям, насколько важно надевать мотошлем во время поездки. Очень приятно, что вот такие вот мероприятия, которые организованы мотоклубами в области, проходят именно в этот период. Все-таки они позиционируют себя именно как мотоклубы, которые соблюдают правила дорожного движения. Все члены мотоклуба ездят на зарегистрированных мотоциклах, все с водительскими удостоверениями и, соответственно, страховыми полисами. Байк-фестиваль является любимым праздником у жителей Уржума и гостей и всегда вызывает только положительные эмоции. Все красиво, все подготовилось. Мне очень интересно, да. Потому что я такого объема мотоциклов не видел никогда, конечно. Ожидаем интересного. Программа праздника была очень насыщенной. Аттракционы, конкурсы, заезды на питбайках, дельтапланы и многое другое. И самое главное, среди присутствующих был разыгран приз – мотоцикл. Михаил Конышев, Руслан Быгасов, «Вести Уржум».